Ля какие! О, какие спортивные! А вы чё кошелки старые хотели? Ну, в смысле, бабзинь её, это, Маргарита Степанова. А вы чё хотели? Конечно, спортивные. Спорт — это молодежь, молодежь — это жизнь. Или спорт — это жизнь, а молодежь — это же спорт. Короче, неважно, неважно. Мелкий, покажи бицуху, покажи бицуху, бицуху покажи. Ну вот, вот, накачали спортивные. Были бы мы на 40 лет помоложе, на свиданку бы сходили. Ха! В очередь выстраивайтесь, тут все с нами на свиданку хотят сходить. Все, давайте, бабуленцы, до свидания, пошли дальше, мелкий, пошли. Опа, Рикардо! Ой, мальчика, вы куда такие симпотные идете? Да мы, Рикардо, гулять, с тебя пример берем. Ты у нас тут красивый, спортивный, вот и мы с мелким такие будем, да. Хотя как бы в зал не хожу, это только мелкий ходил. Поэтому давай, Рикардо, ча, бомбина! Заходите в гости, бандит вас заждался, поговорить с вами хочет. Да как-нибудь потом, как-нибудь потом. Ладно, мелкий, иди сюда, иди сюда. Ну чё ты, как себя чувствуешь? На все 100%? Ну, бицуха есть, бицуха есть. Я не понимаю, чё это здесь за... сгон коров, да? Вроде здесь только никогда коров не было. Смотри, опять эти вот эти сосуны. Здорово! Аленка, предательница. Чё, катаешься своим этим? Сосите кукурузу. Какую кукурузу? Я кукурузу... Никто сосать кукурузу не любит. Кукурузу кушать надо. Ты смотри, какой дерзкий этот фермерский пацан. С деревни сбит. Что они там делают, дуримонды? Они коров доят! Главное мелкому не сказать то, что его баба променяла на какого-то деревенского пацана. Иди сюда, мелкий, ща мы... Да не-не-не, подожди, ща мы ему вмажем. Они... Да коров-то не пинай, коров тебе ничего не сделали, только молоко тебе дали. Не, ну это вообще ненормально, я считаю. Ну как? Она тебе ни слова не сказала, ушла от тебя, а сейчас сразу же с другим пацаном начала мутить. А ну иди сюда. Где их ферма? Слушай, я сейчас вычислю, где он живет, я ему просто всю ферму подожгу. Ну ладно, не надо сразу к таким кардинальным мерам, а то я буду прям соответствовать образу своих подписчиков. Которые говорят то, что при любой ситуации можно достать свой АК-47 и просто всех расстрелять. Ну и валите давайте! Давайте сваливайте! Ой, иди сюда, иди сюда. Чё-то я лишнее, походу, ляпнул. Деревенская Феррари ядрить колотить, Порше себе нашел тракторное. Ну как вы? А мы чё как? А мы нормально. Пососали кукурузу. Ладно, вот сейчас уже время ему задницу надрать. Мелкий, в бой! Давай! Догоняй этого шкалатрона! Или он не шкалатрон, это... Мелкий, давай ты его догоняй, ты дыхалку себе качал. Я там в зал вообще не ходил, я как бы твой тренер, я не до... Мелкий! Мелкий! Его что, не инопланетяне забрали? Ты где? Мелкий! Зачем я тебя быстро учил бегать, а? Если на своем тракторе... Все как-то сложно происходит в этом городе. Аленки всякие, изменщицы. Непонятно. Вставай, ты чё разлегся? Пошли, пошли! Да, мелкий, пошли, иди сюда, иди сюда. Надо что-то придумать. Короче, у меня есть план, чтобы мелкий не расстраивался. Я готов потратить еще там пару стаков золотых монет. Короче, я тебе, мелкий, еще не говорил, потому что это был сюрприз. Как и для меня, так и для тебя. Эти рабочие начали здесь что-то строить уже примерно, ну сколько? Ну, серии 20-25 назад где-то. И до сих пор ничего толком не сделали. Вам за что бабки там платят, а? Чтобы просто рукой махали и ходили туда-сюда. Ну, походу, так и есть. Мне тут бомжара, мэр города, на ушко нашептал то, что они уже в следующей серии должны закончить строительство этого объекта. И здесь знаешь, что у нас будет? Автосалон! Машины продаваться будут. Я куплю какую-то нормальную машину себе. И на этой машине я уже смогу этого тракторенка мелкого догнать. А то ты на своем трехколесном велосипеде вообще никуда сдвинуться с места толком не можешь. Да я реально быстрее бегаю, чем вот эта непонятная штуковина. Я куплю себе тачку нормальную. И мы будем преследовать этого фермерского пацаненка, который кукурузу сосать любит, по его словам.
вычислим, где он живет, а там-то мы и поймем, за что его Аленка полюбила. Ладно, это подождет до... Да вы заколебались здесь кататься! Я тебе дам сейчас кукурузу твою в задницу запихну! А мелкий с Аленкой языки друг другу щекотали! Даже остановился. Смотрит стенку, ничего не делает. Здорово! Как жизнь молодая на ферме? Все яйца в кур собрал. Сюда, иди сюда, иди сюда. Ля, какие щечки, прям потрогать так хочется. Много пельмешек у бабки покушал, а, на даче? Или это тебе пчелы обкусали? Отфигачить? Вот мы и нарвались! Да, отфигай! Сейчас мелкий тебя отфигачит! Давай, все за мной, все за мной! Это стрелка! Да, Аленка, ты тоже! Сейчас ты посмотришь, кого пацана ты потеряла! Давай, мелкий, Пикачу в руку достал! Да не здесь! Есть официальные правила! Я сейчас кому-то просто реально веник в задницу засуну! Успокойтесь! Бабзин, все за мной! Сейчас у нас здесь будет потасовка такая небольшая. Все внутрь. Заходите. Все сюда. Аленка. Ой, Рикардо, ты-то что с окна спрыгиваешь? Там же вроде у тебя лестница есть. Все сюда. Мелкий. И пацаненок этот на ринг. А вы все вокруг ринга. Рикардо, заходи, давай. Дверь за собой надо закрывать. И штаны почаще надевать. Сейчас. Все в свой угол. Все. Да подождите вы. Сейчас, Ритка, я все разберусь. Степа. Стёп, хватит валяться. Стёпа, вставай, жена пришла. Стёпа, давай вставай, Ритка. Стёпочка, да вставай ты, идрить колотить, хватит валяться, разлёгся. Какой сейчас год? Ну, я давно из дома не выходил, ну, вроде 2019-й, а чё? Стёпа, ты 20 минут здесь валялся. Ты чё, думал, то, что уже вся жизнь прошла? Да хватит. Сейчас мы выясним отношения. Аленка, пройдите сюда, пожалуйста. Все, между мной стали, между мной. Один в один угол, другой в другой угол. Аленка, где Аленка? Мы, походу, Аленку потеряли. А, вот и Аленка. Заходите, принцесса моя, заходите. Именно вы виновник торжества, Аленка. Сейчас вот этот молодой человек. Рикардо, уйди, пожалуйста, с ринга. И вот этот молодой человек, который вареников дома перекушал. Сейчас будут сражаться за сердечко Аленки. Все готовы? Ты готов? Щеку вверх, если готов. Готов. Мелкий, ты готов? Бицепс вверх, если готов. Сейчас мы выясним, кто здесь гроза района. А ты готов? Лайк, если готов. И мы приступаем. Раз, два, три, смелки, довери ему задницу! Михалыч, страшно, очень страшно. Я понимаю то, что у меня сезон жизни ютубера длится 140 серий, и как бы я уже там напилил очень много роликов, но страшно, очень страшно. Если бы я знал, что это такое, не было бы страшно, но я не знаю, что это такое, и очень страшно. Михалыч, подойди сюда! Объясняю вкратце, что сейчас происходит. Михалыч запускает продажу нового телефона в своем магазине. Естественно, то, что он позвал меня, чтобы я поработал якобы... Да подойди сюда, Михалыч, за сколько мы... Иди сюда! Чтобы я поработал здесь продавцом-консультантом, чтобы я продемонстрировал всей публике, которая там за окном находится, этот новый телефон. Ну, это понятно, я как бы единственный ютубер в этом городе, и также понятно то, что все будут обращаться ко мне. Я как-никак... медийная личность. Ну, немножко сыкотно на одном месте. Я не знаю, как этим справиться. Я понимаю то, что я должен был уже набраться подобного опыта, но ты также пойми то, что у меня первый раз в жизни. Там ты даже папарацци позвал! В руки себя возьми, в руки! Взял в руки! Что дальше? Ну, что по плану дальше после взять себя в руки? У всех в жизни это бывает в первый раз. Ну, у меня прям как-то вообще в первый. И у тебя вот. Думаешь, я справлюсь? Нам надо это вместе пройти.
Ладно, все, давай, 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 что там нужно показать всей публике, что там надо продемонстрировать, про что там рассказать. Samsung Galaxy A70. Все, все хорошо, не переживай. Так, мне нужно про него, да, рассказать все там, как было. Все, пожелай мне удачи, Михалыч. Я надеюсь, что после этого меня помидорами не забросают. Просто нужно продемонстрировать им этот телефон на высшем уровне, как мы с тобой договаривались. Ни пуху, ни пера. Да-да, иди к черту. О, сколько там народу. Ладно, 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 Эдисон. Все в первый раз. Как сказал Михалыч, типа один раз не... ничего страшного в жизни не произойдет. Раз. Два. Три. Да-да-да-да-да, не стоит аплодисментов, не стоит... О, школьник, ты тоже пришел. Не стоит аплодисментов. Все мы пришли сюда ради того, что нас позвал как бы Михалыч. Давайте с этого начнем. И ради того, что Михалыч собрал нас, чтобы продемонстрировать новинку, которая будет доступна в нашем городе ютуберов с этого дня. Все верно, Михалыч, говорю? Samsung Galaxy A70! Ну да, не стоит аплодисментов. Я сейчас все подробно расскажу. Ноль лагов на 8-ядерном процессоре, и любая ваша игра будет витать без единой задержки. Огромный 6,7-дюймовый экран позволит погрузиться в происходящее на экране на все 100%. Начиная от ваших любимых фильмов и сериалов, заканчивая просмотром ваших любимых блогеров и, ну, естественно, задротствие в любых играх. А чё по батарее, как быстро разряжается? Папарацци вы даже там. А по поводу батареи, этот смартфон обладает мощной батареей, поддерживает сверхбыструю зарядку, что, естественно, позволит играть в ваши любимые игры еще намного дольше, так как заряда хватает также на очень долго. А чё, какие-то игрули тянет, давай продемонстрируй. Игрушки есть какие-то? Мне школьник спрашивает. Какие игрушки? Игрушки надо продемонстрировать. Там игра про танки есть. А сейчас посмотрю. World of Tanks Blitz. Это? World of Tanks Blitz есть. Показать? Ну, ща. Там еще про бонусы в игре расскажи. Ща все будет, ща все будет. Сюда, слушай. Этот смартфон отлично подходит для гейминга. Как я уже ранее говорил, любая игра летает без лагов, и это не исключение. А еще, кстати, за скачивание этой игры она сама предоставляет тебе бонусы. Премиум аккаунт на 7 дней, премиум танк и редкий камуфляж. Поэтому я бы тебе советовал в это поиграть. Во-во. Пушка! Монстр! Пушка просто, а не телефон! Игры, бонусы, я даже не знаю, Михалыч, дай сюда один, дай сюда один! Даже не стоит аплодировать, Все подробности у Михалыча. Вот, школьник уже берет. В общем, все в очередь. Михалыч, на. Все, я все правильно сделал. Держи. Я немножко перенервничал, потому что, ну, ребят, извините, конечно, это реально первый раз в жизни. Все, молодец, хорошо. По поводу оплаты потом договоримся, да, через пару дней. У тебя сейчас много заказов здесь будет, потом... Да-да, все. Все, давай. Я надеюсь, что я нигде не налажал. Это реально первый раз в жизни у меня такой опыт. Меня пригласили, как будто я амбассадор этого телефона. То есть сам Михалыч. А все мы знаем, то, что Михалыч самый великий бизнесмен у нас в городе. Ну, такой опыт лишним 100% не будет. А сейчас к самому главному. Где мелкий? И что с ним случилось? Жизнь бандита — сложная штука. Никогда не знаешь, в какой день тебе жизнь повернется. То ли задницей, то ли поцелует тебя в носик, то ли снова трусы снимет и задницу покажешь. Не знаешь, бандит. Бандит всегда найдет себе приключения на задницу. А тем более я. На каждом углу опасность, на каждом углу криминал. Каждый день страдают твои друзья, кто-то в больницу попадает, кто-то еще что-то. Вот, ну нет ни одного дня, когда ты можешь спокойно пожить.
Не, ну как бы да, такая жизнь у бандитов, но я-то тут причем, я же не бандит, я ютубер, я вообще как бы не представляю, почему у меня жизнь такая каждый день. Вот мелкий в больницу попал. Не спрашивай, пожалуйста, как это произошло, не спрашивай, почему, это все из-за этого Вани, который Аленку сосет каждый день. Я не знаю, как он ему задницу надрал, но это было эпично. Я даже такое показывать не буду, потому что это реально, ну не для слабонервных. Ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Чё, как мелкий поживает? Спит? Здравствуйте, вы пришли его проведать? Ну, как бы да, вот я его там друг, брат, папа, мама. Да я ему, в принципе, все, кто только может быть. Тот мелкий руку сломал. Так, расскажите мне, как все произошло. Да там жестко на самом деле было, но как бы вот этот Ванчо, Ванчо, который тёлку увёл у мелкого, вот это, который начал её сосать. Ну как бы мелкого я накачал, у него там и бицуха просто размером с пятиэтажный дом была. И как бы и выносливый, и грудак накачал, и в принципе свои там 6-7 лет, сколько ему мелкому, да, он любому в харю мог с двоечки прописать и реально нос сломать, ну, то есть я его прям натренил. Но пришел этот Ванчо, как бы мелкий нарвался на него, да, ты, ну точнее я нарвался, я сказал то, что мелкий Аленке трубопровод там прочищал, и там гландыши катал, да языками переплетался, ну как бы много я всего наговорил, и мы Ванчо вывели на психи, вывели на нервы, и вот состоялся бой. Я-то думал, мелкий сейчас ему плюшку такую одну пропишет, как он Стёпе случайно прописал, и Стёпа сразу же вырубился на 20 минут, там тоже жестко было в предыдущей серии. Кстати, по поводу предыдущей серии, если ты не видел, как мелкий охраннику Стёпе просто прописал так, вот так. Вот, здесь, вот, нажми и посмотри, что было в предыдущей серии, как вообще, я просто не знаю, как мы с мелким нарвались на такое. Ну, короче, Ванчо, почему вы за ним не следите, вы же папа. Мама! Я похож на папу? Мне 24 года. А мелкому 7. Это получается, во сколько я должен был его родить? 17-18? С ума сошла, Дуймонда. Не папа я его. Ну, как бы сводный, можно сказать. Ну, типа, не по документам, просто мы с ним так договорились. Так, ну, я могу его разбудить? Ему нужен постельный режим, у него перелом ребра в трех местах. Внутренний перелом руки. Сотрясение головы и вывих мизинца на ноге. Ёперный Пикачу. Так, сейчас, подождите, отойдите пока что, я с мелким поговорю. Мелкий! Мелкий! Давай, просыпайся, на работу пора. Скоро школа начнется, каждый день будешь в школу вставать. Каждый день в 7 утра, а то и в 6, а то и в 5, а то и вообще ложиться не будешь. Вставай, мелкий, я тут тебе гостинцы принес. Не только я... сразу подскочил. Не только я тебе гостинцы принес, а все передали. Все, кто узнал, что ты находишься в больнице, все гостинцы передали. В общем, начиная с бабы Зины. Смотри, что баба Зина тебе передала. Ящик спелых свежих яблищей. Чё нет-то? Вот, баба Зина передала. Ты бы ей спасибо сказал. Спасибо ей скажи. Скажи спасибо. Ну ты же разговаривать не умеешь, естественно. Ты чё, не хочешь яблок? Ладно, давай дальше тогда. Держи. Это Маргарита Степановна, жена Стёпочки, передала. Вот, литр молока пей. Как бы в 6 годиков пить надо, чтобы там кальций был. Тоже нет. Мелкий, ты с ума сошел? Ладно, держи дальше. Яички. Это Рикардо передал. Говорит, большие яйца у мужика, большая сила у него в руках. Мне кажется, он про другие яйца имел в виду, но в итоге передал куриные, поэтому вот держи. Дальше Катюха даже по почте загнала. Катюха загнала морковку. Ну, естественно, что же Катя еще может загнать? Или лаванду, или морковку. Это же Катя. Вот, держи. Да что тебе в этой жизни ничего не нравится? Ну, ладно, тогда финальный подарок от меня. Перчики. Чили перец. Попробуешь один чили перец, сразу рука пройдет. Сразу срастутся все кости. Да, ты даже чили перец не хочешь. Ладно, тогда я в пятерочку забежал до того, как тебе прийти. Кока-колу купил. Все. А можно ему снотворное вколоть? Слоновью дозу. А то он что-то слишком какой-то вредный сегодня. То есть посмотрите, да здесь можно весь город жизни ютубера накормить. Неделю кормить. Он мелкий, ты все это не будешь? Ладно, я знаю, что он будет. На кофе.
Как будто энергетик жахнул. Вот смотри, сразу энергия полная в трусах. Мелкий, ты рад? Ты рад? Ну, конечно, мелкому больше ничего в этой жизни не нужно, кроме кофе. Даже Пикачу сейчас заберу. Никаких резких движений, чтобы в ближайшую неделю соблюдали постельный режим. Да, 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 конечно, конечно, прям постельный режим. Да, мелкий вообще как бы спит целыми днями. У нас работы-то вообще нет в этой жизни. Просто будем спать целый. Все, пошли, пошли, пошли. Пикачу, забирай. Я вам пропишу упаковку пропиздона принимать 18 таблеток в день. Сколько? И пердел форте принимать 2 раза в день после еды. Мелкий, ты 18 раз в день пропиздон получать будешь. Ну, в смысле таблетки. И 2 раза пердеть форте будешь. Очень сильно будешь пердеть. Все хорошо, обязательно купим ему таблетки. Сейчас забежим в аптеку и купим. Пошли, мелкий. А у нас вообще в городе ютуберов есть аптека? Вот и я не знаю. Все, спасибо большое вам, Елена Ветрянкина, или как вас там зовут. Запомните, никаких резких движений. Мелкие, это ты запомни. Никаких резких движений. Понимаешь? Все, мы больше драться не будем. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Все, удачи вам, Елена Ветрянкина. Здоровья с Еленой Ветрянкиной. Хорошая медсестра. Так, мелкие, никаких резких движений. Садись на свою тарантайку. Садись, поедешь так. Давай, догоняй. Ты сейчас будешь ехать на своей тарантайке, а я в ближайшие 5-10 минут поеду на своей тарантайке. Да, 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 да. Мелкий, знаешь, куда мы сейчас идем? Знаешь, куда мы идем? Мы идем в автосалон покупать мне первую тачку. Примерно 130-140 серий жизни ютубера. И вот сейчас я куплю себе первую. Настоящую, хорошую тачку. Потому что на том месте, где строился автосалон, уже примерно серии так 30, наконец-то его открыли. Мелкий, заезжай. Ну, и чё ты тупишь? Ой, ну да, конечно. Сейчас может мне тебе еще задницу потирать? Ты же сейчас ничего сам делать не можешь. Давай, садись. И поехали. У меня при себе 4,5 стака золотых монет. Я до того, как начать записывать эту серию, один стак отдал вот этой Людмиле, которая работает в рекламном агентстве «Жирафик». Ну, как бы я ей должен был, да? И 4 стака я себе оставил на то, чтобы купить хотя бы, ну какую-то машину. Возможно, я куплю что-то стоящее. Пошли, мел. Автосалон. Жоповозка. Мелкий, слезай со своей же повозки, сейчас пойдем искать мне.